у жителей ДНР, НР, наверное, позитив очень большой. Они, наверное, прыгают и радуются, потому что 8 лет жить под таком напряжении и непонятно где и как, вроде как бы составляющие, они близкие к России, но не территории России. И вот сейчас у них это все-таки накопленная боль и желание войти в состав, у них это сбудется. От этого референдума, наверное, им станет дышать лучше и сильнее. То сейчас, если не мы, то кто же? То есть тогда к нам придут на нашу территорию те же враги и будут диктовать условия, как им хочется. Как говорил один человек, придут к нам западники, и они нас уже не будут уговаривать. Они будут нас стараться как-то склонить к своей, уничтожать. То есть они с нами не будут церемониться. И, наверное, президент сделал правильный шаг вперед. Есть такая поговорка: бей первым. Вот мы это и сделали. Сейчас эту позицию нам нужно отстоять, тем самым, что объявлена частичная мобилизация. То есть, я думаю, мы идем правильным путем. Цель, задача — обеспечить наше государство независимость, чтобы мы были недоступны никому.